Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы расставить все точки на 2 по поводу Halo Infinite и объяснить, с чем связан общий хейт данного проекта. Как вы все знаете, я любитель Xbox, если что я не истинный фанат Halo сразу признаюсь, но мне поистине важна эта ситуация, поскольку я не хотел бы, чтобы подобная ситуация была бы с каким-нибудь еще эксклюзивом Xbox. Если что, кстати, во времена Halo Guardians я бегал по всей Москве, чтобы найти данный диск, чтобы поиграть в эту игру, я думал, что такая же фигня будет с Halo Infinite, но, к сожалению, такого не произошло. Увы. Советую, кстати, ролик смотреть до конца, если вам важна эта франшиза, если вам важна ситуация вокруг этой игры. И также попрошу сразу написать в комментариях ваше отношение к данной франшизе, ждете ли вы Хейла, фанат вы Хейла, и как вообще относитесь к данной ситуации. Короче, пишите в комментах. И как всегда, перед началом видеоролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну и если в тот раз не брали, в этот раз ловите промокодик на Кинопоиск HD, который даст вам доступ к этой подписке на 3 месяца. Считайте, все лето будете бесплатно фильмы смотреть. Помимо фильмов, там есть еще сериалы, мультики и новинки, и старые проекты. Ну а еще вам дадут кэшбэки от сервиса Яндекс. Если что, ссылку на активацию я ставлю, как всегда, в закрепленном комментарии, поэтому кому нужно, юзайте и давайте начнем. Начнем, пожалуй, с самой франшизы. Для тех, кто не знает, Хейла это шутер от первого лица, который рассказывает нам историю мастера Чифа и все то, что происходит вокруг него. Проект принято считать за родителем всех консольных шутеров и, как многие говорят, именно с этой игры шутеры на консолях поверили в себя. Данный проект это не просто проект, это один из главных эксклюзива в консоли Xbox, целая франшиза с огромной вселенной, которая продолжается до сих пор. Самая первая игра, по сути, и начала весь этот движ, поскольку в свое время она получилась с интересной историей, с довольно интересным на то время геймплеем, и сам проект внес свежий взгляд на те самые шутеры. У нас в России, к сожалению, данная франшиза не так популярна, как все остальные, и не такая популярная, как за рубежом, поскольку здесь повлияла непопулярность самого первого Xbox, и еще куча факторов. Но, несмотря на это, любители данной вселенной у нас равно присутствуют, но скажу вам честно, после E3 можно, конечно, наблюдать повышенный интерес в комментах, мол, вау, это новая Хейла, я ее жду и так далее, но чаще всего это пишут те, кто по сути в Хейла то и не играл, короче, позеры, байтеры, называйте как хотите. В данное время, когда вышел Xbox Series, должен был выйти и тот самый Halo Infinite, но с даты выхода новых консолей прошло уже как полгода, но по планам стартовый эксклюзив в новой консоли получился не особо стартовым и до сих пор не вышел. Еще раз напоминаю, что это эксклюзив и как принято считать, эксклюзив это проект, который выходит только на определенные платформы. Но это не самое главное в эксклюзиве, как многие думают. Самое главное это то, чтобы эксклюзив выходил качественным, интересным, проработанным и заинтересовал других пользователей брать именно ту платформу, на которой и выходит та самая игра. И все ждут эксклюзивы не потому, что покичется перед теми, у кого не будет этой игры, а ждут из-за качества. Поскольку именно эксклюзивы, именно игры от внутренних студий чаще всего выходят качественными и многообещающими. Кстати, качество касается абсолютно всего. Оптимизации, графона, геймплея, идеи и тому подобного. Ибо опять же, по большему счету, именно эксклюзивы нам продают ту или иную платформу. Если вы вдруг со мной не согласны, то вспомните Forza, Гирю, Fable и прочие проекты. Даже вспомните игры от Sony, там Ratchet, Spider-Mana, и так далее. Это те проекты, ради которых и хочется взять ту или иную платформу. Да, в этой теме можно затронуть и ПК, но суть от этого особо не поменяется. В любом случае, всегда такие проекты удивляли. Игроков и просто манили, чтобы в них поиграли. Смотря на все показанное то самый новый Halo Infinite, к сожалению, у большинства чувство брать тот самый Xbox или как-то безумно ждать эту игру не возникает. И сегодня я в принципе об этом расскажу, почему так получилось. Начнем с анонса. Анонс Halo Infinite был в далеком 2018 году, тогда первый раз нам дали понять, что вообще будет та самая новая Halo И тот самый анонс сделали в виде трейлера на новом амбициозном движке игры. Я помню этот момент, и, пожалуй, чуть ли не каждый фигел от вас возможности того самого движка, все красиво, офигенно, офигенная дальность при рисовке, ну и так далее. После этого вышло несколько подробностей о том, что дежок создавался с расчетом на будущие 10 лет, что история будет там такая сякая короче, особо подробностей не было. В итоге было затишье и наступает 2019 год. Все ждут снова эту игру, ждут геймплея, и да, игра появляется на выставке E3, но там показывают достаточно красивый ролик, который вводит нового персонажа, конечно же показывает мастера Чифа, все очень круто, и ролик также позволяет был на движке игры короче геймплей нам снова не показали и после показанного видеоролика игроки также сказали вау все очень круто красиво и с нетерпением стали дальше ждать эту игру и после всего где-то наверное через месяц один из руководителей заявляет что игра на xbox one несмотря на то что она выйдет еще и на xbox series будет выглядеть фантастически что она не будет и э, проектом второго сорта все такие вот заявления они только подогревали интерес к игре и ни на секунду не давали усомниться игрокам в том что это будет поистине хорошая игра во всех и что это будет просто мощнейший эксклюзив Xbox. Ведь опять же, это самая главная франшиза Xbox, и тем более она выйдет тогда, когда выйдет новый Xbox, и это важно. Ибо на старте всегда пытается удивить игроков, плюс к тому же стали появляться слухи, что в эту игру вложили невероятное количество денег, но опять же, тут ситуация не подтверждается. В итоге год затишья, от студии, которая разрабатывает эту игру, выходят материалы по работе со звуком. Мол, посмотрите ребята, мы работаем. Стало появляться больше слухов про открытый мир, что можно будет кататься что-то исследовать, что игра будет очень долго поддерживаться и тому подобное. И наступает тот самый 2020 год, год, в котором игроки офигели и офигели они не от качества, а от его отсутствия. Мне кажется, любой адекватный игрок скажет, что показанный геймплей в 2020 году не тянет на 2020 год вообще. И то, что нам показали, это очень и очень слабо. После геймплея нам сразу же показывают геймплейный трейлер игры и в конце показывают лицо самого главного злодея и все остались в шоке. Мол, что это за херня? После этого капец, как зафортился мем с Крейгом, все стали негодовать на эту игру, мол, почему такое качество, что за халатность и так далее, и в принципе народ показал свою фу так, чтобы игру все-таки доделали, и Майки не позорились, выпуская данный проект. Кстати, забавная теория, так как был показан геймплейный трейлер, значит, игру хотели уже выпустить, и все показанное соответствовало действительности, и это в принципе означает, если бы народ не забунтовался, игру выпустили бы так, как ее показали. Кстати, вы можете написать в комментариях, как вы думаете, правда? или нет. После всего этого пошли оправдания по типу был коронавирус, то что всем было тяжело, то что мы показали это при альфа, самый ранний билд и так далее. Ну вот одна из цитат. Но ну, серьезно, мы находимся в середине глобальной пандемии, сейчас июль и до праздников вагон времени, вы видели игру в процесс разработки. Вы наверняка смотрели трансляцию в 1080p, сейчас мы выложим ее в 4к 60fps и идите посмотрите на нее в этом разрешении. Знаете, забавно то, что смотря даже так, там не было ничего красивого. И тут я напоминаю, что игру делает не на контора, не какие-то там энтузиасты при помощи камней и палок, которые могли бы просчитаться. Игра делается под крылом майков, и пусть даже может быть не с невероятным бюджетом, но точно с очень хорошим. И каждый шаг по поводу показа геймплея, по поводу трейлеров проходит долгий этап согласования. Ведь это бизнес, и никто не хочет просто так потерять денег. Но, видимо, все посчитали, что показанное, возможно, зайдет игрокам, но вышло совершенно иначе. Еще было примечательно то, что все пытались оправдать показанное старым билдом, но дело в том, что ни на одном из кадров не было пометки, что это при альфа. И чаще всего, да уж что там часто, всегда, когда показывают альфа билд, помечает, что ребята, это альфа билд, чтобы игроки понимали, что им показывают. То же самое, как с батлой, показали со значком при альфа, все, претензий по визуалу нет. А тут они не пометили и давай потом давать заднюю. В итоге все опять утихает, студия выпускает пару роликов, что мол, ребята, мы работаем, мы даже пригласили на озвучку мопса, но офигеть не стать. Потом всплывает информация, что в игре получится уже не такой открытый мир, как все думали ранее. То есть, скорее всего, там будут большие локации, но все же они будут как-то разделены. Потом появляется информация, что ребята с больших должностей начинают потихоньку ливать с этого проекта, уходить, и появляются слухи, что, мол, при разработке творится куча всего плохого, и вся эта ситуация говорит об одном. С Хейла явно все не в порядке. После показанного, естественно, игру перенесли на 21 год, и это, в принципе, подтверждает тот факт, что они жутко облажались и сами же это признали. И как бы кто-то это не оправдывал, сами майки это признают, и это подтвердили. Поэтому те, кто посчитали геймплей, показанный в 2020 году нормальным, ну, видимо, нормальных игр-то и не видели. В итоге Xbox Series выходит без стартового тайтла, но зато с его картинкой на коробке выходит реклама, совместно сделанная с энергетиком, даже у нас, кстати, в России, а игры все еще нет. Ближе к нашему времени они пытались подлить новую информацию о проекте, но, скажу вам честно, эта информация была посредственная и которая не раскрывает карты от слова вообще. До сих пор не ясно, как будет реализована сюжетка, будет ли открытая или полуоткрытая карта, что из себя будут представлять побочки, какие активности как будет реализован мультиплеер и какие персонажи еще будут, пока все это неизвестно. В итоге на днях мы были готовы увидеть их проделанную работу ведь прошел целый год, но вот так незадача, что сюжетку они так и не показывают показывают ролик на движке игры который опять же ничего подробного нам не дают кроме того, что будет какая-то карта на 2.0 и показывают мультиплеер который по сегодняшним меркам опять же не показывает ничего грандиозного. Надеюсь вы всю эту хронологию слушали внимательно и теперь давайте по фактам. Первое на что нужно обратить внимание это прогресс игры, то как игра выросла в сравнении с предыдущей частью, опять же вывод делается не по релизной версии, а потому что показали и это важно понимать, поскольку чаще всего показывают все самое наилучшее. Если что последней частью являлась Halo Guardians которая вышла в далеком 2015 году и которая до сих пор является не слитым эксклюзивом на ПК. Посмотрите на пару сцен из Halo Guardians, посмотрите на одну из миссий показанных на E3. На мой взгляд это красиво и новые Halo от этого далеко ушла. И глядя на все показанное, ты начинаешь понимать, что кроме способностей спартанцев, э, крюка, ничего, пожалуй, нету нового. Многие могут предъявить, мол колда нам тоже ничего нового не показывает, но прошу заметить, что колда выходит каждый год, каждый год она предоставляет какой-то новый сеттинг, новую сюжетную кампанию, какие-то оружие и при всем при этом вносит какие-то мелкие новые игровые механики. Тут же прошло 6 мать его лет. 6. Если сравнивать визуально эти части, у Halo Infinite ситуация может быть и лучше, да, но она все равно не делает нам какого-то прогресса, который мог бы быть достигнут за 6 лет. Опять же, прошлая часть вышла в 2015 году. То, что нам не показали одиночную кампанию в этом году, говорит о многом. Дело в том, что игру надо продавать, показывать ее самые красивые стороны, но майки этого не делают и вывод напрашивается один. Они не хотят показывать свою работу сейчас, поскольку она далеко не ушла от того, что нам показали ранее. За год невозможно переделать игру до прекрасного состояния, это все прекрасно понимают. И сейчас они просто опасаются показывать игру в таком свете, чтобы не нарваться на тот самый хейт. Поэтому делают это очень-очень аккуратно и, по сути, не спеша. Глядя на все эти высказывания, можно подумать, что идет хейт графона. Нет, графон простой, средний, с... ничем не примечательный, но он не топовый и не какой-то красивый, как говорят многие, пытаясь это все оправдать, но это объективно. Что касаемо как преимущества 4К и 120 FPS, типа, ребята, зато в мультиплеере у игры будет 4К и 120 FPS, круто. Но хочу вас расстроить, что не у многих получится это увидеть, поскольку, чтобы увидеть такой показатель, нужен телек с выходом HDMI 2.1. И поэтому у большинства будет либо 4К и 60 FPS, либо 2К 120 FPS, или 1080p и 120 FPS, а то и 60. Поскольку у многих нету даже телеков или моников, имеющих 144 г Плюс, опять же, я не вижу смысла радоваться этому показателю, поскольку общий уровень графики не впечатляющий. И на Xbox уже давным-давно есть игры, которые тянут 120 FPS. Многие, как плюс Хейл, выставляют бесплатный мультиплеер без подписки. Но я лично не понимаю, в чем плюс самого проекта, так как даже если он и бесплатный, он все равно остается проектом с таким же качеством. То касаемо аргумента, мол, графона нет, поскольку там будет проработанный открытый мир, графон при этом не важен, то к сожалению, это опять же оправдание, которое разбивается простыми аргументами. Насчет открытого мира. Дело в том, что нам до сих пор не показали его проработанность. Не показали, сколько там будет объектов и как все это будет выглядеть. И говорить о том, что там проработанный и красивый открытый мир, это лишь слова. Поскольку, опять же, нам ничего не показали. То, что нам говорили, это лишь пустые слова, которые были уже сказаны до показа геймплея. И верить я рекомендую только после того, как нам все это покажут, а не расскажут. Что касаемо графон не важен, то зачем мы все тогда радовались красоте Halo 4? Почему радуемся красоте новой Форзи? Почему в GTA? 2014 году мы радовались тому, как будет выглядеть Halo Guardians, или просто офигеваем от того, как выглядел RDR на пасгене, все мы любим прогресс, особенно визуальный, и это тупо отрицать. Просто знаете, если Halo Infinite вышла бы с крутым графоном, все бы просто кичились, типа офигеть, у нас есть такой топовый эксклюзив, но когда графон не подвозит, все почему-то начинают давать заднюю и говорить, что графон не важен. Опять же, я лично призываю смотреть правде в глаза и ничего этого не оправдывать. Ну хорошо, давайте оставим графон позади, пофиг, давайте попытаемся поговорить об игре в целом. О структуре, о вариативности, о новых игровых механиках прикол, да? Дело в том, что нам про игру по сути и не рассказывают, кроме того, какие действия там будут. Поэтому, в принципе, все и зацепились за визуал, ибо это единственное, что можно обсудить в этом проекте. Несмотря на то, что игра должна выйти по сути в этом году, никто и не знает, что она из себя будет представлять. Ну, кроме как это шутер от первого лица, в котором можно будет покататься, пофиг знает какой большой местности и пострелять. Но опять же, то, что мы обсуждаем, мы обсуждаем проект, лишь показанное проекте. Но дело не в нем, а в том, кто ее делал, кто это контролировал и утверждал. И если начать копаться во этой теме, то получается виноваты все из команды Xbox и даже Фил Спенсер. Да, я понимаю тенденцию мема Фил ебет и тому подобное, но если по существу вся команда Xbox упустила то самое качество, которое могло бы быть и видимо все спустило на самотек. И что мы получили в итоге? Мы получили в конечном итоге размытую дату проекта на конец 21 -го года. Кстати, все может поменяться. Ожидания игроков по большему счету не совпадает с показанным материалом. И получили то, что из главного эксклюзива Xbox Halo Infinite выходит долгострой, который может постигнуть та же участь, что и все игры долгострой. Объективно, за все это время, исходя из того, что нам показали, можно увидеть ровно ничего из того, над чем трудилась студия все эти годы. Истинный смысл всего этого хейта, это отсутствие видного прогресса за все эти 6 лет и естественно отсутствие самой игры и какой-либо развернутой информации о ней. Все вроде знают, что Хейла есть и она будет, но что будет в этой игре, никто не знает. Признаться, я не хочу, чтобы Хейла провалилась, поскольку я, как и все, ждал от нее чего-то большего, чем нам показали, если вам вдруг нравится все по Показанная претензий нет это ваш выбор, ваш взгляд. Но если быть объективным, ситуация могла быть намного лучше, и никто бы из нас, ну по сути, не был бы против этого. Если ее оправдывать, в конечном итоге все проекты будут входить подобными, и соответственно будет топтание на месте, которое в конечном итоге многим не понравится. Если вы желаете Xbox и его франшизам только добра и процветания, вы должны давать обратную связь в том ключе, какая она действительно без оправданий. Рынком двигают потребители, и когда потребителям что-то не нравится, то рынок подстраивается. Под вас соответственно, если вы будете поддерживать и оправдывать проекты, которые по качеству получается средние или не выдающиеся, хотя должны были, то вы и дальше будете получать такие проекты, поскольку они будут окупаться, и у разрабов не будет стремления сделать чего-то годного, ибо даже при минимальных трудах у них выходит точно так же. Опять же, у каждого своя позиция, у каждого свой взгляд, но я очень надеюсь, что подобная ситуация не произойдет и еще с каким-нибудь эксклюзивом Xbox. На этом в принципе все. Если вам видос понравился, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение, потому что без него никуда. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч.